Служение Дерека Принца. Крест в моей жизни. Вторая сессия, часть первая. Продолжаем тему, которую я назвал Крест в моей жизни. Это учение взято в основном из послания к Галатам. Предыдущую сессию я начал с рассказа о том, что у креста есть два аспекта. Один — это то, что крест делает для нас, и это всех нас очень радует, и об этом есть много проповедей, но есть и другая сторона — это то, что крест должен сделать в нас. Многих людей эта часть не так радует, и об этом не так часто говорят. Также я говорил о том, что послание к Галатам является уникальным не только потому, что указывает на проблему, но и потому, что дает решение этой проблемы. А решение — это пятистороннее освобождение, данное нам через крест. На прошлой серии мы рассмотрели два освобождения. Галатам, 1 глава, 4 стих, «Освобождение от нынешнего лукавого века». Кто из вас помнит, каким является второе освобождение? Это освобождение от закона. И это шокировало некоторых из вас. Еще раз хочу подчеркнуть тот факт, что я говорил не о гражданском законе, не о законе государства, а о законе как о средстве достижения праведности перед Богом. Лично я верю, что Новый Завет учит о том, что христиане, за некоторым исключением, должны быть законопослушными гражданами. Единственное исключение — это когда гражданский закон противоречит нашей ответственности перед Богом. В этом случае наша ответственность перед Богом должна стоять на первом месте. На этой сессии я хотел бы рассмотреть три оставшиеся освобождения, и следующее упоминается после освобождения от закона. Павел говорит «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти» то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Опять же, обращаю ваше внимание на то, что это освобождение дала нам жертва Иисуса на кресте, о чем же идет речь в 20 стихе. Можете ответить, но... Только одним словом, а еще лучше одной буквой, и буква эта звучит так «Я». «Эго» значит «Я». Я думаю, что это так же важно, как любое другое освобождение, упомянутое в послании к Галатам. «Я сораспялся Христу». В одном из переводов сказано «Я распятся Христом». То есть это не то, что произошло когда-то, это то, что является моим постоянным состоянием. Я постоянно и непрерывно распятся Христом. Я пришел к концу самого себя. Кто из вас, но только не поднимаете свои руки, кто из вас испытывает трудности в том, чтобы прийти к концу самого себя? Конечно же, каждый из нас. А кто из вас замечал, что иногда Бог использует очень трудный путь, чтобы привести нас к концу самого себя? Скажите. А мы жалуемся, расстраиваемся, злимся и спрашиваем: Боже, что же ты со мной делаешь? Он приводит вас к месту где Галатам 2.20 становится реальностью вашей жизни. «Я сораспялся со Христом. Я пришел к концу самого себя». Понимаете, я, как и большинство служителей, бываю в разных местах и встречаюсь с разными людьми. Я встречал множество людей, которые бегут от своих проблем, может даже бегут от своих жен или своих мужей, от своих семей или других возникших у них проблем. Но я понял, что настоящая проблема — это та, от которой мы не можем убежать, потому что она повсюду с нами. И что же это? Это мы сами. Единственный способ, как мы можем освободиться от этой проблемы, — это крест. Я бы назвал это утверждение свободой от собственных амбиций, гордости и эгоцентризма. Личные амбиции, гордости, эгоцентризм. Можете записать. Я бы сказал, что это самые распространенные проблемы в современном христианском обществе. Постараюсь не быть негативным, но мне кажется, что в служении сегодня нет никого, включая Дерика-принца, и в первую очередь Дерика-принца, кому не нужно было бы постоянно сражаться с этими тремя вещами, с личными амбициями, гордостью и эгоцентризмом. Я пришел к выводу, что в христианстве причиной всех ошибок является именно гордость. Гордость ⁇ это единственная причина того, почему сатана может довести нас до ошибки. Я вижу множество христиан, совершающих разнообразные ошибки. Если вы остановитесь и задумаетесь, что было первым грехом во Вселенной, то это была гордость. Это произошло не на земле, а на небе. Это произошло в период вечности и в Божьей славе. Довольно пугающая мысль, не так ли? Итак, если гордость смогла пробраться туда, то ей еще проще пробраться на землю. Я был единственным ребенком в семье. У меня никогда не было братьев и сестер, но Бог благословил меня хорошим мозгом, и я всегда был успешен в школе и в колледже, и от меня ждали, что я во всем буду первым. Так я прожил до 25 лет. Брат, который долгое время служил со мной в прошлом, говорил, что я был самым самонадеянным человеком, которого он когда-либо встречал. Я не знаю, Правда это или нет, но первые 25 лет моей жизни я надеялся только на самого себя. И даже с этими ограничениями я многого достиг. Затем Бог открылся мне и начал меня менять. Могу сказать, что Он еще не закончил, но однажды ночью Он провел радикальную работу. Он перенаправил меня, я сделал разворот и с того момента я иду в другом направлении. Но должен заметить, что у Бога есть чувство юмора. Я понятия не имел, каким был план на мою жизнь, но где-то через пять лет после моего спасения я женился в Иерусалиме на датчанке, у которой был детский дом. Так за один день у меня появилась не только жена, но и восемь дочерей. Девочки были для меня чужой и абсолютно непонятной расой. Поэтому если вы захотите найти кого-то еще более неподготовленного для этой должности, чем я, то вам нужно будет искать очень долго. И благодаря всему этому я понял, что Бог многие годы работал над моей самонадеянностью. Я один из тех, Людей, которые сталкиваясь с проблемой, тут же думают, что я могу с этим сделать. Слава Богу, я уже дошел до того, чтобы быстро отвечать, дело не в этом, а что же может сделать Бог. Но шел я к этому довольно долго. Именно об этом говорит послание к филиппийцам 2 глава. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрую почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Это полная противоположность эгоцентризма, и вы должны это понимать. Ничего не делайте из эгоистичных амбиций или почеславия. Интересно, а сколько всего мы перестали бы делать в церкви, если бы исполняли это правило? Сколько служений мотивированы эгоистичными амбициями? Сколько служений построены на чем-то желании иметь что-то самое? Большое. Я не хочу никого критиковать, а лишь говорю, что такая проблема есть. И мне кажется, что она портит жизнь церкви. С этой проблемой нужно разобраться, а единственный способ это сделать так это крест. Альтернатива, описана в двух предыдущих стихах послания филиппийцам. Там об этом и говорится, причем очень хорошо. Это замечательные вещи, вещи, которые мы так любим, но здесь написано, что они несовместимы с эгоизмом и эгоцентризмом. А затем... Павел пишет, «Дополните мою радость». Да, тут представлены две противоположности. Первые два стиха — это то, что мы все любим, а третий и четвертый стихи это то, что мы очень редко переживаем в Своей жизни и в других. Пока мы не придем к кресту и не примем Божий приговор, на себя, то мы никогда не получим решение этих проблем. Ну что ж, давайте прочитаем продолжение. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Нет других решений, нет других путей, кроме креста. И во втором послании Тимофею, 3 главе, есть очень яркое описание того, каким будет человеческий характер и человеческое поведение в последние дни. Здесь Павел перечисляет 18 конкретных человеческих пороков. Когда я буду читать их, то хочу, чтобы вы задумались над тем, сколько из них видны в нашей современной культуре. Пережив более 70 лет, я многое повидал. Я вырос в Британии между двумя мировыми войнами. Должен сказать, что Британия никоим образом не была христианским государством, но в основном люди там были законопослушными. Я заметил, что когда я рассказываю молодым британцам, какой была жизнь тогда, они не могут поверить, что я говорю правду. Также в 1947 году я впервые посетил Швецию, я там служил. Должен сказать, что Швеция была одной из самых богобоязненных стран, в которой мне доводилось бывать. Можно было почувствовать страх Божий на улицах. В воскресенье люди выстраивались на улицах, в длинной очереди, чтобы попасть в церковь. Также можно было доверять людям, и они были верны своим обещаниям. Я был в Швеции в 83 а потом в 84 году, и давал интервью молодому шведскому журналисту христианину. Он спрашивал меня о моем происхождении. Когда я рассказал ему, какой я запомнил Швецию. Он не мог поверить, что я описывал его страну. Очень быстрым и очень радикальным было моральное падение Швеции. В вашу страну я впервые приехал в 1967 году. Это была мирная и гармоничная страна. Я не говорю, что все вокруг были христианами, но в целом это было такое место, в которое хотелось приехать, чтобы забыть о своих проблемах. Можно ли то же самое сказать и сегодня? Видите, что-то происходит по всему миру, это происходит с невероятной скоростью. Мы едва успеваем привыкать ко всем изменениям, а все это описано во втором послании Тимофею, третьей главе. Что мне нравится в Библии, так это то, что она всегда говорит прямо. Она совсем не сентиментальна, она никогда не выдает желаемое за действительное. Ее обетование правдивы, но ее предостережение правдивы также. Так что же, давайте посмотрим или послушаем слова Павла. зная же», — говорит он, — «в этом вы можете быть уверены» что в последние дни наступят времена тяжкие. На полях моей Библии написано, что параллельный перевод фразы «тяжкие времена» — это времена стресса. Это удивительно, потому что 40 лет назад люди мало говорили о стрессе. А сегодня почти все доктора скажут вам, что частично вашей проблемой является стресс. И, скорее всего, они будут правы. Но за последние полвека произошли невероятные перемены. А теперь давайте посмотрим на причины этих тяжких времен. Скажу вам, что это не ядерное оружие. Причина проблем находится внутри человека. Именно там начинаются проблемы. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Что из этого списка видно в современной культуре? И это происходит не только в нашей стране, но во многих и многих странах мира. Но я хочу подчеркнуть, что корень проблемы находится в первом утверждении. Люди будут самолюбивы. Самолюбие вызывает все эти проблемы. Вы можете сказать, но эти люди не ходили в церковь, они не христиане, но Павел говорит совсем не это. В следующем стихе он пишет, имеющие вид благочестия. Павел никогда бы не использовал слово благочестие по отношению к нехристианской религии. То есть это были люди, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся. От какой силы они отреклись? От силы, которая может изменить эгоистичных людей. Вот о чем говорит Павел. Понимаете, христианину очень легко быть уважительным, удерживаться от наркотиков, алкоголя, никотина. И других очевидных грехов также оплачивать свои долги, ездить на хорошей машине, не нарушая правила дорожного движения, но при этом оставаться очень эгоцентричным человеком. Ведь это правда? Такой человек имеет форму благочестия, но отказывается от его силы, которая может радикально изменить человека. А пока мы не разберемся со своим я, то не сможем измениться радикально. А вы знаете, что означает слово радикально? Оно происходит от латинского слова радикс, переводится как корень. Радикально это то, что проникает к корню. Именно так Иоанн Креститель представил Иисуса и все. Евангелие. Он сказал, уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие это самое радикальное послание, которое когда-либо доводилось слышать человеку. Оно работает с корнем, а корень это эгоизм, это жизнь для себя и себелюбия. И единственный топор, который срубит этот корень, это крест. В 60-х я занимался служением освобождением. Я начал работать с очевидными грехами. Люди получали освобождение от никотина, алкоголя, наркотиков. Но через некоторое время я понял, что пока разбираюсь только с маленькими ветками, которые росли на больших ветвях. Одна из больших веток — это Разочарование. Я узнал, что почти все зависимости были вызваны разочарованием. А если не разобраться с разочарованием, то невозможно побороть и зависимость. Но затем я понял, что все еще разбираюсь с ветками, но так и не добрался до ствола дерева. Понимаете, вы можете срезать множество веток, но дерево продолжит расти, и на нем появляются новые ветки. И в конце концов Бог показал мне, что нужно работать с корнем. А корень ⁇ это себелюбие эгоизм и эгоцентризм. И пока мы не разберемся с этим корнем, то не можем иметь все преимущества Евангелия, которые приготовил для нас Бог. Эгоизм и характер Христа ⁇ это полные противоположности. Мы должны дать нашему Я умереть, а характеру Христа поселиться в нас и занять место нашего Я. Так что же я хочу этим сказать? Будьте реалистами по отношению к себе. Не переоценивайте свою духовность. Я не хочу, чтобы кто-то испытывал осуждение, потому что Бог милостивый, добрый и терпеливый. И Он продолжает работать с нами. Но не обманывайтесь, что вы в духовном плане выше, чем есть на самом деле. Проверьте, сколько вашего «я» все еще доминирует над вашей жизнью, и это о многом вам скажет. В Евангелии от Матфея, 16 главе, Иисус сформулировал правила следования за Ним. Вы заметили, что я сказал «правила»? Но из-за моего сегодняшнего послания лучше было бы сказать первые шаги следования. Итак, это Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стихи. Иисус обращается к к своим ученикам, а не ко всей толпе. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Итак, какие первые шаги следования за Иисусом — не шаги к спасению? Знаете, рождение свыше стало уже ярлыком, который будто бы оправдывает людей от христианских обязанностей. «Я родился свыше, поэтому не говорите мне, что мне нужно меняться». Вы меня в этом не убедите, друзья. Иисус говорит, «Если кто хочет идти за Мною, что должен сделать этот человек? Отвергнуть себя. Так что же это означает? Знаете, что означает слово отвергнуть? Сказать нет. Поэтому если вы хотите следовать за Иисусом, то первое, что вы должны сделать, это сказать нет самому себе. Второе, что вы должны сделать, это взять свой крест. Бог не кладет на вас крест. Он не клал крест и на Иисуса. Иисус сам его взял. Что является вашим крестом? Дам вам два определения. Первое. Крест ⁇ это место, где пересекаются Божья воля и ваша воля. Второе. Крест — это место, где умираете вы. Решение за вами. Вы не должны этого делать, но вы не можете следовать за Иисусом, пока не сделаете этого. Если вы хотите следовать за Ним, то вам нужно отвергнуть себя, сказать «нет» самому себе, взять свой крест и пойти в место, где вы умрете. У Бога есть особые кресты для каждого из нас. Я встречал множество мужчин, которые считали, что их крест ⁇ это их жена. Если вы можете взять свою жену и понести, то может это и так. Но ваш крест ⁇ это то, что вы должны нести. Это ваше решение. Но без него вы не можете продвинуться вперед. Что значит «отвергнуть себя»? На греческом языке это значит «отвергнуть свою душу». Комментаторы Библии утверждают, что душа — это интеллект, воля и эмоции. Воля — это то, что говорит «я хочу». Интеллект — это то, что говорит «я думаю». А эмоции — это то, что говорит «я чувствую». Итак, когда вы отвергаете себя, вы говорите, пусть будет не так, как я хочу, а как хочет Бог. Пусть будет не так, как я думаю, а как говорит Бог. Пусть будет не то, что я чувствую, а то, что передает мне Святой Дух. Есть три сферы, в которых вам нужно отвергнуть себя. Не то, чего я хочу, не то, что я думаю, и не то, что я чувствую. Когда вы это сделаете, тогда вы сможете следовать за Иисусом. После этого вы можете начать говорить то, что написано в послании филиппийцам. 4 глава, 13 стих. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А мой перевод звучит так. Я все могу в том, кто укрепляет меня изнутри. Но вы не можете получить его внутреннюю силу, пока вы сами управляете своей жизнью. Двигаемся дальше, потому что нам нужно рассмотреть еще два освобождения. Следующее освобождение описано в послании к Галатам 5 главе 24 стихе. «Но те, — сказано тут, — которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Какое же здесь освобождение? Что они вообще распяли? Прежде всего, Плоть. Тогда от чего же Освобождение... Я вас не слышу от плоти. Правильно. А теперь нужно определить, что такое плоть. Плоть это не ваше тело, а природа, которую вы получили, родившись в вашем теле. Это изначально бунтарская природа, в ней полно различных желаний и чувств, которые не согласуются с Божьей волей и не подчиняются Богу. Божье лекарство — это распятие. С Божьей точки зрения распятие — это... Хотя давайте я еще немного расскажу вам о плотской природе. Во-первых, Обратите внимание на фразу из послания к Галатам, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Речь идет не о деноминации, а о людях, принадлежащих Богу. Речь идет не о баптистах, пятидесятниках, пресвитерианцах, а о тех, которые Христовы. Какая их отличительная черта? Что отличает их от других людей? Они распяли свою плоть. Если вы на мгновение откроете первое послание к Коринфянам и посмотрите 15 главу, 23 стих, то там вы найдете описание людей, за которыми придет Иисус. Вы хотите знать, кто они? Это не пресвитерианцы, не баптисты, не пятидесятники и не католики. В 23 стихе говорится о воскресении «каждый в своем порядке». Первенец — Христос, а Он уже воскрес, потом Христовы в пришествии Его. Итак, за кем Он придет, за Христовыми. А какая отличительная черта Христовых из послания к Галатам? Они распяли плоть. Итак, за кем придет Иисус? За христианами, распявшими свою плоть, со страстями и похотями. Теперь вы знаете, что вам нужно делать. Я думаю, будете этому следовать. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.